Хотите обновить свой девайс? Для этого есть отличный сайт e-каталог. Это самый крупный в России и в Украине каталог разнообразных товаров, в котором можно найти все, что вас интересует. На сайте присутствует удобная система фильтрации товаров, а также есть возможность сравнить выбранные товары и подобрать лучшие устройства по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то e-каталог будет лучшим решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти самое выгодное предложение среди возможных. E-каталог имеет удобный простой интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка, как всегда, в описании. Ну что, новая серия по моему твинку. Всем привет, дорогие друзья, у меня 4200, сейчас мы попробуем с вами взять новую лигу, то есть зайти на Искатель 2. До конца сезона осталось чуть меньше, чем 2 дня, поэтому я не знаю, сколько я успею поднять кубков, постараюсь сделать максимум, что от меня зависит. Колода вот такая вот. В сундуке фортуны у нас есть гигант, у нас есть летучие мыши и спарки. Но единственный минус, у нас нет эпической карты нужной, темный принц, а нам нужен шарик. Поэтому не будет глобального открытия. Но летучих мышей мы с вами сейчас нафармим на 10, а может быть даже на 11 уровень. И заодно немножко подфармим гиганта со спарки. Короче, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам нравится рубрика по моим новым проектам. И естественно, после того, как я этот проект закончу, я запускаю новую серию и новый аккаунт с новой колодой. Ставь лайк, подписывайся и нажимай обязательно на колокольчик. Ну что ж, приступаем к открытию. Нам всего лишь парочку сундуков надо открыть. Вот, отлично, летучие мыши. Так, и гигант. Эпик-карта, к сожалению, темный принц. Очень жаль. Сейчас бы шарик был бы пипец как уместен. Классный бы был бы сундук, если бы шарик был бы здесь. Но, увы. Ой, голем выпал. Так, сразу прокачиваем мышек на 10 уровень. И давайте фармить дальше. Нам надо на 11. Я бы, конечно, на 12 бы фармил, но... Это будет... Ну, мне кажется, на 12 лучше разбойников нафармить. Вот, мышки подождут. Что еще? Ну, я бы, конечно, сделал глобальное открытие, если был бы какой-то жесткий профит. То есть, тут только прокачивается у меня, получается, гигант. Опа, лего. Прокачивается гигант и летучая мышь. Все остальное, ну, спарки я по-любому, мне кажется, на 4 уровень. Ну, не знаю, ну... Хотя уже, смотрите, 3 из 10. Ну, с таким раскладом, конечно, я... У меня есть шансы, конечно, нафармить ее. Но не знаю, я не уверен. Так, что у нас получается? Еще немножечко, и у нас мышки доступны будут на 11 уровень. Давайте, еще пару сундуков. Вот, я потом еще закину чуть гемов. Не знаю, последний раз, наверное, задоначу сюда на аккаунт. А также я куплю вот эти эмоции. Сейчас где я покажу. А где они? А где они? А, вот эти эмодзи я куплю, вот эти стикеры будут. Поэтому, если хочешь этот аккаунт выиграть, подпишись прямо сейчас на канал. Вот, ну и на колокольчик нажми, потому что отдельный ролик по конкурсу у меня выйдет, я думаю, в ближайшее время. А вот, ну мне для начала надо однозначно гиганта поднять на 11 уровень и шарик на 8. Это 100% то, что я сделаю. Если что-то еще не успею, ну это такое. Ну гигант, шарик будет здесь максимум, друзья. Итак, прокачиваем летучих мышей. Давайте сделаем скриншот. Так, чисто на память. У меня тут на iPad все скриншоты, блин, всех карт. Ну что получается, нам зап осталось прокачать банду гоблинов, да. Гиганта мы уже 400 штук нафармили, отлично. В общем, ждем гиганта и шарика в магазине. Ну что ж, поехали, надеюсь, получится взять у меня 4300. Фу, друзья, никак не получается взять 4300. Короче, проигрываю, выигрываю, проигрываю, выигрываю. Ну, вырежу, короче, все то, что я здесь играл полчаса или даже больше. Еще один дубль беру, 4200, продолжаем. Да, 4300 тяжело, да, я теперь понимаю, как тут тяжело, какие тут противники. Но интерес, это даже подогревает интерес, потому что соперники, ну, они нелогичные, у них колоды авторские какие-то, против них интересно играть, серьезно. Ну, бывает бомбит, не выдерживаешь. Так, хижина бесит, меня бесит. Так, блин, да сколько ж у тебя. Так, дайте уже нанести урон по этой гребаной хижине. Так, я понял, значит, у соперника, скорее всего, шахтер. Давай, давай, зап слил, поехали. Стрелы у меня есть, скорее всего, там ордамух будет. Боже, зап, бревно, пойзон. Три спыла, кошмар. Так, ну что, гиганта закидываем, да? Да, закидываем гиганта. Дальше закидываем разбойников, так как он слил бревно свое. Ага, пека, значит. Ни разу не контр. Громовержец, ни разу не контр. Кстати, громовержцы мне почти в каждой деке подбираются. Чудо прям. Еще и зап у него есть. Ну, замечательно. Ну ладно, вышку мы забираем. Отлично.
Так, смотрите, у него есть бревно, да? Но у него... Я не видел какой-то жесткий деф, поэтому поехали. Ну, мегамуха разве что, ну... Так, отлично, отлично, отлично. Давай, 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 лети, 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 шарик, раз. Еще одну тычку, давай, давай, давай. Оп, отлично. Ах, не долетит. Не долетит. Сука! Пека с громовержцем. Какая прелесть. Пеку на гиганта, громовержца на спарке. Ладно, поехали. На еще шахтаж. Вот я вам о чем говорил. Так, ну шахтера задефали. Вот. Так, ну ладно, сейчас, короче, с шариком будем залетать. Бревно, вот это сейчас бы на бревно его забайтить. Было бы вообще шикарно. Так, залетаем, поехали. Так, 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 сейчас будет громовержец. Давайте летучих мышек. Летучие мышки полетели. Вау, а как? Стоп, подождите, а как громовержец не сбил каст спарки? Что за дела? Зап? Офигенно. Я не понял, конечно, юмора, но... Каким-то чудом спарки уничтожила громовержца. Хотя он там же впритык стоял, громовержец, я не понимаю немножко. Ну ладно, что ж, отлично. Поехали. Минус еще пека, так. Минус шахтер. Ой, минус бревно, братишка, спасибо тебе. Вот за что я люблю эти кубки, что тут соперники вообще нелогичны. Их даже байтить не надо, они сами разводятся на бревно. Ну зачем он слил он бревно? Давайте ему, короче, смайлик пошлем вот такой вот. Держи, держи. Я тебя вылюбил просто. Отлично, ну камон. С пекой и с громоверсом, блин, проиграть с парки гиганту. Зашквар, зашквар. Так, ну что, нам осталось две игры, если повезет, конечно. Поехали в бой, следующий. Фух, 12 левел. Кульвир Бес. Так. Зап. Кстати, скоро будет изменение баланса. Зап будет убивать банду. Конечно, мне бы было сейчас на это на руку, но в дальнейшем не знаю, как это будет. Хорошо или плохо. Я сам с бандой, как видим, сейчас играю. Это не будет хорошо, 100%. Ой, только не сполбайт с ракеты. Ну, пожалуйста. Ну, мне две игры осталось, игра. Ну, ты же могла мне подобрать какие-то другие карты. Ну, камон. Могла, но не подобрала. Так, давайте вот такой вот сплит делаем. Да, с Инферно, с ракетой, походу. Со всем вот этим дерьмом. Зап. Да, да, с ракетой, с Инферно. Полный контр, полный фарш. Ребят, я вам отвечаю, вот... Вот это самое, что не есть бесячая дека против меня. Вот Мартира еще с ракетой меня бесит. И вот Spellbait с Инферно. Не то чтобы бесит, просто контрит. Ракета, сука, на спарке Инферно на гиганта. И предыдущий соперник, так точно. Громовержца на спарке, пеку на гиганта. Ну что за бред? Почему я, мне не подбирают, чтобы я был контр кому-то? Ну, подбирают, но редко такое бывает. Мне для начала надо 5 раз проиграть, а потом только подберут. Замечательно. Так. Минус принцесска. Минус бревно. Ну, короче, я не знаю. Ракета, блин, в спарке убивает. Гиганта тоже сейчас поставить. Он просто инферно выставит. Надо как-то с шариком зайти. Что у него банда гоблинов получается только. Ну, сейчас нельзя. Вот видите, да, уже на зап разводит, сука. Летучих мышей пришлось слить. Вот так вот все несправедливо, друзья, да. Давайте спарки сюда закинем. Так. Минус ракета, отлично. Зап. Так, давай. Эть, хорошо. Ой-ой-ой, шарик, ты почему не туда полетел, а? Почему не туда полетел? Ух и шарик. Так, ладно. Банда. Быстренько банду уничтожаем. Ой, его этот. Бочку. Так. Спарки сюда поедет. Пускай ракету сливает. Сюда разбойники пойдут. Так. Ракета летит, отлично. Тут зап. Отличный зап. Здесь летучие мышки.
Опять, конечно, Спарки не, шарик не туда полетит. Но смотрите, как далеко у него стоит принцесса. Вдруг сейчас повезет, и мы сейчас там до хера урона ему нанесем. Да, пока нам вроде бы везет на это все дело. Плюс он неправильно выбросил принцессу. Вот, ну... А, все, победа! Просто он уже ракетой мог... Ну, давай, и тебя вылюбил. Давай, и всех люблю, своих соперников. Контер! Контер! Я буду, да, всегда бомбить на контрдеке. Хотя прокачка у него, ну, такая, как и у меня. Может, даже местами хуже. Так, ну что, последняя каточка. Одна победная должна быть сейчас. Друзья, поддержите, поддержите. Поехали. Лишь бы не спеллбейт, не пламенный дракон с пекой, там еще что-то. Мортиру тоже желательно не подбирать. Големов, гигантов, хогов, я не знаю, какие там еще есть деки. Ну, все. А, еще лава контр. Блин, как много контры. Не, ну не все контра. Лава 100% контра. Спеллбейт с ракетой тоже, мне кажется. Вот. Мортира нет, наверное. Мортиру просто надо руки ровные. У меня они клешни, короче. Хогушка подобрался. Ну что ж, я просил Хога. Игра такая, окей, Ваня, лови Хога и попробуй только проиграть. Будешь потом ныть. Ныть не буду. Проиграю, ныть не буду. Отвечаю. Так. Отлично. Пау. Так, давай. Шар, шар. Ебой. Тихо. В принципе, можно было бы не дефать Спарки. Я там все равно вышку забираю. Так, не, на трешку не пойдем. На трешечку не пойдем. Так. Сейчас задефаем Хога. Дефаем сразу разбойников, давайте, предикт. А мне кажется, это был развод насчет ледяного голема. Ну, так делают умные люди. Но он не из этих умных людей. Так, отлично, одна разбойница выжила. Слушайте, позволю спросить, а какого хрена у вас гражданин 11-й рарки? Не, не так. Какого хрена вы делаете на 4200? Вот так вот будет правильно. Ой, кошмар. Он, кстати, 11 уровень с 11 рарками. Так, рыцарь. А чё, рыцарь чё, какой-то особенный радиус имеет? Блин, мега-рыцарь и пека, агрится на такое расстояние. А рыцарь, видимо, какой-то особенный у нас. Запнет сейчас говно. А нет, не запнул. Ну вот сейчас запнет. Ой, хорошо. Но все равно минус пека, мини-пека будет. Пау. А нет, смотрите, мини-пека выживает после такого даже урона. Слушайте, а пошел он нахрен со своим хогом? Давайте попробуем сейчас вот так вот с шариком зайти. Смотрите. Оп, вроде все получается, да? Отлично. И тебя вылюбил. И тебя всех сегодня я вылюбил. Вот как-то так. Сегодня такой день любви, день влюбленных. 4300, мужики, поздравьте меня. Было нелегко и интересно, и классно, и вообще прям доволен, как ребенок. Не знаю, правда, очень, очень классно. 4300. Аж, даже не знаю, но настроение поднялось под конец ролика. Блин, спасибо вам огромное. Я уверен, вы меня поддерживали. Спасибо вам всем огромное за просмотр, за лайки, за подписочку. И это еще не конец. Мы продолжаем. У нас еще 2 дня. Будем надеяться, что завтра у нас в полночь в магазине будет шарик и будет гигант, чтобы я смог их на максимум прокачать. Ну и попрем дальше на 4600. Ну, попробуем 4900, но я сомневаюсь, конечно. Вот комонки слабые, очень слабые комонки. Не вывезу. Вот бы все было фул, кроме там Спарки, да, я бы еще смог. А так тяжело. Ну, вы в любом случае приходите, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока.